Эти открытые соревнования проводятся ежегодно по всему Краснодарскому краю. Пловцы соревнуются между собой в скорости и технике заплыва на спине. В бассейне второй спортшколы состязания проходили в 2 дня. В программе турнира заплывы вольным стилем, брасом, баттерфляй и, конечно же, на спине. В этом стиле участники преодолевали 100 метров. Лучших пловцов определяли по сумме 2 соревновательных дней на 3 дистанциях – 50, 100 и 200 метров на спине. Здесь есть дети от новичков 8-го года рождения, первоклашек, только начинающих свой спортивный путь. И есть дети, которые уже тренируются 3-4 года, имеют взрослый спортивный разряд. Такие соревнования, как утверждают тренеры, способствуют не только улучшению плавательных навыков у юных спортсменов, но и дают им возможность участвовать в краевых соревнованиях. По итогам первенства сильнейшие пловцы будут отобраны в состав сборной, которая примет участие в летнем турнире.